Почему Кастро не убил вас? Зачем он тут Драговичу? Ведь Кастро и Драгович работали вместе. А, вы были под арком? Да. Да. Куда Драгович сдал вас? В Аркута. Сущий ад. Я выживал. Что было в Аркуте, Мейсон? Сам за себя. Чуть меньше года. Ну же, Мейсон, что они сделали? Я бы сдался и подох там. Если бы не план Резнова. Они пускали слезоточивый газ. Было нечем дышать. Мистер Резнов при этом был с тобой. Он все время был со мной. Дверь удержит их ненадолго. Время на исходе. Там, где висят портреты лицемерных и подлых вождей Воркуты, лежит ключ к шагу 8. Свобода. Да. После этого мы долго не встречались. Значит, ты сбежал. Тебя принял Джейсон Хадсон из ЦРУ. Как он тебе поверил, зная, что Виктор Резнов помог тебе при побеге? Резнов был мой друг.
Он не смог выбраться. Виктор Резнов был коммунистом. Как ЦРУ узнали, что ты не завербован? Тестировали. Узнали, что я держался, и сейчас удержусь. Правительству нужен Драгович. Ты должен был убить его. Да. Еще многих. Я должен был убить многих. Кого? Кого, Мейсон? Тебя вернули на службу и вызвали в Пентагон. Моим новым куратором стал Джейсон Хадсон. Мы на месте! Почему Пентагон? Хадсон не мог мне сказать. У него не было допуска. Сопровождение готово. Приветствуем в Пентагоне. Мы опаздываем. Секретарь Макнамара. Ваша репутация широко известна. Так, где он? На кон поставлена безопасность страны. У него нет страха, совести, слабости. Генерал Драгович. Кажется, вы уже встречались. Когда я убью его? Мы рады видеть тебя, Мейсон. VIP. Он здесь. Мне казалось, что за нами все следили. За мной следили. Тогда никому нельзя было доверять. Иногда даже самому себе. Поэтому-то мы и здесь, Мейсон. Чтобы узнать, можно ли тебе доверять. Вот здесь. Круглосуточно. И так всегда. Мы держали тебя под постоянным наблюдением. Это невозможно. Я был в Пентагоне. Доложите о нас. Пароль, сэр. Допуск Проспера. Известные герои. Я помню. Я все время слышал числа. Никак не мог их выбросить из головы. Известные лидеры. Допуск Ариэль. VIP. Что-то мне он ждет. Не давало покоя. Что, Мейсон? Мозговой центр. Я могу, не кривя душой, сказать, что не единожды спасали цивилизацию. Знаю. В этой комнате. Мне казалось, я как будто сплю. Шаг второй. Выйти из тьмы. Шаг третий. Огонь с небес. Ты приближался к своей цели. Все шло как надо. Помню свой первый раз. Дух захватывает, а? Еще нет. Сикаракса. Убежище было построено в 43-м. Используется редко. Спасибо, мистер секретарь. Удачи, Мейсон. Президент. Агент Мейсон. Это честь, господин президент. Так. Коммунисты посягают на наши ценности. Наша свобода,
Сам наш образ жизни под угрозой. Драгович. Мне сказали, что вы лучший из наших агентов. Самый лучший. Не подведите. Мистер Мейсон, сделайте это. Приказ руководства. Операция «Точка воспламенения». Ударить прямо в сердце их космонавтики, покончить с их баллистическими ракетами. Ударить по группе восхождения, по нацистам-ученым, доставшимся русским после войны. Да, он жаждал их знаний, их сведений. Операция 40 внедрила двойного агента в группу восхождения. Григорий Уивер. Он должен был повредить ракету. Но что-то сорвалось, Мейсон. Эти гребаные числа в моей голове! Уивер не отвечает. Выдвигаемся. Не спи, Мейсон. Давай, пошли. Виски назад. Крепочный. Запуск вот-вот начнется. Мы на подходе. Прием. Понял. Времени мало, Мейсон. Пошли. Нет, нет, нет. Что-то не так. Слишком высокая активность. Янки 1-3, прием. Янки 1-3, прием. Уивер молчит. Вот, смотри, что там. Пошел отчет. Это Союз-2. Запуск запланирован через 10 минут после Союза-1. Впереди станция связи. Мейсон, движение на дороге. Разберись. Черт, это Уивер! Его взяли! Ваш коллега не стремится объяснить свое присутствие в комплексе! Кого там еще несет? Сложите оружие! И вам сохранят жизнь! Это Кравченко, заместитель Драговича! Последнее предупреждение! Ничего не попишешь, Мейсон. Уивер все! Я знаю! Ваш выбор! Плохо дело! Сукин сын. Команда Виски, вы на месте? Понял, Эксрей. Виски прикрыл дорогу. Уивер попался. База в повышенной боеготовности. Держите позицию. Мы подходим. Понял. Ладно. Идем. Вертолеты, шевелись! За мной! Шевелись! Порядок. Пошли. Нам нужна форма. Я займусь тем, что на земле, а ты вторым. Давай.
Давай уберем их подальше. И что? Спасение Уивера оказалось важнее задания убить Драговича? Уивер был русским, но неплохим. Надеюсь, в Воркуте ты выучил русский, Мейсон. Хорошо бы да. Надо спасти Уивера. Не стрелять, маскируйся. Эй, что это за шум? А, чертовы псы! Если чертовы псы будут брехать, пристрелите их, и дело с концом. Ладно. Есть. Брукс и Боумен должны быть впереди. Экс-рей, это Виски. Вижу противника. Сейчас разберемся. Шевелись! Что с Уивером? Он попался. Действуем согласно плану. Выбираем момент. Ладно, пошли. Что происходит? Повышенное давление в отсеке 12А. Будь незаметным. Может остановить? Нет. Вспомогательная система должна сбалансировать любые колебания. Ты уверен? Уверен. Не выходит на связь. Готовность 2 минуты. Похоже, они нашли тела. Все в норме. Делай то же, что они. Все системы в норме. Впереди станция связи. 90 секунд до старта. Все системы в норме. Снайперы занимают позицию на крыше. Пара людей впереди. Ладно. Боумен, Брукс, уберите их. У нас проблема. Со мной. Готов? Зачищай этажи по ходу дела. Я лишу их связи. Генералы на объекте. Всем патрулям головы обстановки. Прием. Вперед! Черт, зажиты! Бездомки! Эльфийская! Я подъезжаю! Раненый! Головы, граната! Раненые! Черт! Этот убит! Он ранен! Посылаем инженеров на подстанцию. Конец связи. Противник уничтожен. Ой, капитан! Сюда! Держись, товарищ! Мейсон, иди сюда. Арбалет, разрывные, ну! Понял. Я на лестницу. Противник заходит с севера, нас прижали. У нас гости. Они под обстрелом, подорви эти машины. Скоро его не будет. Я вижу, это я. Вижу их. У машины! Осторожно! Граната к полю! Ходи во крепле!
Стрельба слишком слышна. Уроды возвращаются. Я возьму трос, а ты стреляй. Не тормози, Мейсон. Вперед! Пошел! Вон они! Понятно! Ты справа. Ты слева. Ты можешь идти дальше, Уивер. Конечно. Сломал систему навигации. Меня раскрыли. Значит, с хитростью все. Теперь план Б. Мы можем отменить запуск. Надо добраться до командного пункта. Ты его спас. Дальше надо было выяснить местоположение группы восхождения и убить. Нет. Я должен был убить Драговича. Нас раскрыли. Снимайте маски. Мейсон, сюда! Руки в ноги! Сейчас будет жарко! Контакт погас! Он у меня на мушке! Ясно! Перезаряжает! Прикрыть! Уничтожен. Цель уничтожена. Мейсон, пробей долбаную стену. Готовность 2 минуты. Все в норме. Заправка закончена. Готов. Секунд. Кабель мачта. Уничтожим ракету. Любой ценой. 12, 11, 10. Зажигание. 9. Опоздали, она взлетит. 8. Предварительное. 5. План Б, Боуман, готовься. То, что 3. Надо. Промежуточное. Ну же, Мейсон, взрывай. 1. Главное. Атака. Твою мать! Лучше испытаний не придумаешь. Чёртов план! Быстро в укрытие! Живо к туннелям! Ноги. Там одни подонки. Они не стоят жалости. Надо их прикончить.
Остатки группы восхождения попытаются сбежать. Боуман, Брукс, к северному туннелю в обход. Чтобы не вышли через заднюю дверь. Мейсон и Уивер за мной. Он труп. Готов. Санитар! Одним меньше. Скоро его не будет. Он мой. Я их вижу. Убей. Санитар! Подави. Понял. Нашу сторону! Я пустой, не заряжал. Куда бьешь, боец? Я его вижу. Точно понял. Вот сюда! Любишь, это я! Понял! Поле зрения! Бежит! Вижу их! Понял! Дай гранату! Много целей! Контру! Бегом отсюда! Санитар, сюда! Вот он! Гняю стрелять! Головы граната в бою! Один меньше! Угроза устранена. Бежу! Он у меня на вышке! Найди укрытие! Граната! Нет! Минус один. Санитар, сюда! Давай на поражение! Он в моем полете! Граната пошла! Граната! Прикрытие! Огонь в направлении! Принес! Поле зрения! Он труп! Готов! Контакт за стойкой! Я вижу! Да я его раскрыл! Отвертаю! Легко! Вон они! Цель поражена! Отправ! Он в моем поле зрения! Крытаю гранату! Давай на поражение! Вот он! Понял! Сделай! Он у меня на вышке! Он мой! Граната к бою! Сейчас взорвем! Прямо в цель! Противник уничтожен! Вот туда! Сейчас гранатой! Да, зрение! Да, вот туда! Справа! Цель у ящика! Вот он и! Вот он! Вот он! Угроза устранена! Ящики справа! Накрой! Он у меня на бурке! Он у меня пристрел! Тихо! Осколочная! Укрытие! Меняю, стреляй! Сейчас взорвемся! Подержай! Готов! Я вижу! Понял! Граната в воздухе! Он в моем поле зрения! Принято! Поле зрения! Цель поражена! Он у меня пристрел! Я вижу, это я! Одним меньше. Он мой! Вон они! Он труп! Перезаряжаю! Прикрыть! Справа! Цель у ящика! Он у меня на мушке! Контакт! Ящики справа! Угроза устранена! Под огнем! Подчертайся! Отлично! Тогда нам пора сматываться. Рано. Мы идем за Драговичем. Вернись, Мейсон! Кравченко успел сбежать от нас. Мы подобрались к самому главному. Драгович был там.
верно? Мы обыскали всю базу. Этого ублюдка нигде не было. Мы теряем время. Он приедет. Но потом мы наткнулись на лимузин Драговича. Он был в моих руках. Ты доволен? Нет. Я не готов. Я должен увидеть тело. Драгович, ты убедился, что он мертв? Поверь, этот ублюдок та еще змея. В Байконуре мы снова потерпели неудачу. Я чувствовал, что Драгович все еще жив. Ты помешался на нем и провел 5 лет, выслеживая его. Он мерещился мне повсюду. Я не мог выбросить его из головы. И других тоже. Мы попусту теряем время. Он голоса. Бредит. Мы накачали его таким количеством этой дряни, что он не понимает, что говорит. Эй! Вы кто такие? Что вы от меня хотите? Нам нужны цифры, Мейсон, и больше ничего. Вспомни прошлое, Мейсон. После Байконура ты был послан правительством. Вьетнам. Чёртова Кесань. Это в 68-м? Я был в группе морпехов, нас вел Фрэнк Вудс. Цель. Секретная русская база в Лаосе. А твой куратор в ЦРУ, Хадсон, он был в Кесане? Ты его там не помнишь? Хадсон. Мистер Тень. Бессердечный ублюдок.